Август объявлен месяцем мужского здоровья. Репродуктивное здоровье мужчин – эта тема стала сегодня центральной на форуме, который прошел в Ульяновске. Обсудили проблемы выявления заболеваний репродуктивного здоровья сильного пола, лечение и профилактику. Также на территории заводов для сотрудников предприятий провели профилактическую акцию «Кардиодесант». Здоровый мужчина – здоровая семья. Представители мужского пола, в отличие от женщин, в большинстве случаев не ходят к врачам-урологам, говорят специалисты, да и вообще редко посещают докторов. А зря. Здоровье мужчины – важный фактор в его репродуктивной способности. Причин заболеваний очень много. Можно на две группы делить. Вот одна группа – это врожденные проблемы, врожденные патологии, а вторая группа – это образ жизни. Это образ, каждый человек знает, что, как он себя ведет, как он питается, как он отдыхает. Это много говорит. Табакокурение, алкоголь, наркотики, всевозможные стрессы, тяжелый физический труд. По статистике, свыше 60% населения страдает заболеваниями репродуктивных органов. На форуме не раз упоминалось об открытии в Ульяновске 30 смотровых кабинетов. Своевременно выявить патологии, устранить их и пройти профилактику – вот главные цели работы таких кабинетов. Также за круглым столом обсудили и работу Центра доверия, и мужской консультации, которая на данный момент единственная в Приволжье. Там у нас работает уроандролог. Он оказывает помощь тем лицам, мужчинам, которые имеют какие-то нарушения репродуктивной функции. За последний год, вот за этот год у нас было 830 обращений, вот, из них выявляется заболевание, им проводится лечение. Помимо врачей-урологов, мужчинам необходимо посещать и кардиологов. Правильное функционирование сердца дает старт работе всех органов. В рамках профилактической акции «Кардиодесант» на территории Ульяновского автомобильного завода для сотрудников предприятия прочитали лекции по кардиологии, провели электроэнцефалографию, сделали пациентам ЭКГ, замерили давление. В поликлинике также работала школа здоровья. И каждый орган это тоже относится к мужскому здоровью, тем более сердце. Поэтому сегодня наша акция «Кардиодесант» направлена и как обучающий семинар для пациентов, которые ведутся на тему профилактика ишемической болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда. Так как очень высокая заболеваемость инфаркта миокарда и особенно среди мужчин. Врачи еще раз напоминают, что мужчинам необходимо думать о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. Сергей Пузиков, Мария Сафронова, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск.